Всем привет. Вот решил отправиться на электричке в Белгород-Днестровский. Сегодня устраню кое-какие недоработки на швертботе. И, в принципе, на выходных отправимся опять на лиман. Сегодня будем устанавливать шпигат для слива воды с умывальника. Поднимать выше румпель, заклеивать пробоину. Немножко доработаем брандерщит. Снимем некоторые размеры и приварим соседям кнехт на причале. И, конечно же, поприсутствуем с вами на спуске швертбота Евгения. Так, залили вот раствором эпоксидки с микропорой. Короче, мы тут вот делали систему слива в бочку. Это неудобно, честно скажу, когда, ну вот, за неделю набирается буквально чуть-чуть. У нас в основном здесь кофе и вода без моющего, поэтому будем делать шпигат вот в борту. Вот сейчас мы будем сюда врезать вот такой шпигатик. Так, вот наш шпигат. Все подсохло, но сам кран пока никак не держится. У нас есть лента ФУМ. Мы сейчас ее намотаем и закрутим кран. Так, ну, в общем, я тут вот лежу под умывальником,
буду сейчас вот это крепить сюда. Сейчас мы обрежем, наверное, для начала вот так, и поймем, что и как. Вперед. Итак, пытаемся скрестить вот такую деталь от сифона вот с таким штуцером. У нас есть такая пластиковая деталь вот с такой гайкой. Почему бы нам не сделать вот такую деталь? Из вот такого штуцера. Трап установлен, шпигат установлен. Задача простая, нужно сместить крепление балера вот сюда. Это поднимет нижнюю точку над водой. Собака твоя в дороге пила молоко из банки.